Это не герой фантастического фильма, а сотрудник управляющей компании. Он занимается дезинфекцией. Илья Зотов обрабатывает подъезды самарских домов от бактерий и вирусов, в том числе от COVID-19. Препаратом Септосан, хлоросодержащим, он используется для борьбы со всеми вирусами, в профилактических целях. Для человека оно безвредно абсолютно. Дезинфекция подъездов происходит регулярно во всех районах города. Особое внимание уделяют контактным поверхностям. Дезинфекционными средствами должны обрабатываться все контактные поверхности в местах общего пользования. Это и дверные ручки, и почтовые ящики, кнопки вызова лифта на этажах, мусоропроводы и так далее. Санитарная обработка подтверждается актом выполненных работ с подписью одного из собственников дома. Жители необходимость такой работы понимают и даже ждут. Ну, это, конечно, хорошо. Потому что, чтобы не заразиться, таскают, ведь люди везде ездят, ходят. В случае, если управляющая организация не выполняет работы по санобработке надлежащим образом, предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей. В Советском районе только за ноябрь текущего года составлено порядка 30 материалов по выявленным нарушениям. Мария Левина, Максим Гусев, «События».